И сегодня мы будем походить. Стойки возьмите, пластилин. Так, какого цвета будем лепить аксолотль? На картинке он желтый, на каждых картинках он как-то по-разному, поэтому ну давайте раз на этой картинке желтый, мы слепим желтый. А какой цвет пластилин понадобится тогда для этого? Какого цвета пластилин понадобится тогда? Ну, желтого, наверное. Раз на этой фотке желтый. Сейчас я найду его. Поэтому я возьму. Ну, давайте оранжевый. Так. У меня соседи сверлят. Я же не могу сказать, чтобы они не сверлили. Поэтому они... Если мешает, могу звук выключить, показывать, не объяснять. Но, наверное, так не годится. Непонятно будет. Так, значит, лепим овал для головы. Ну и разминаем пластилин. У кого какой? Вы можете взять, если, допустим, желтого нет, можете взять розовый. Можете взять, там, не знаю, еще какой-то. В принципе, любого цвета, ну, черного там, допустим, естественно, нет. Коричневого, думаю, тоже нет. Вот так. Лепим овал. Ну, значит,
Так, теперь лепим. Давайте теперь ему слепим тело. Я, получается, леплю тоже овал такой. Теперь лепим ему хвост. Вот видите? В виде буквы Т такой. Ну,
Теперь прикрепляем к телу этот хвост. Да, говори. У тебя звук выключен. У тебя звук выключен. Звук включи. А как он дальше будет? Ну, теперь мы будем лепить глаза. Да, Артём. В основном у аксолотли есть глаза бусинки такие черненькие. Глаза, да. Носа у него вроде нет. Теперь лепим рот. Берем стак такой вот стороной. И вот так вот вставляем немножко. Можно еще по бокам чуть-чуть подделать. Вот. Так, теперь мы ему лепим руки. Руки, аксолотлю, головастику. Так, вот одну руку я ему прикрепил, теперь вторую. Сейчас слепим руки, будем лепить волосы. Волосы уже будем лепить не из оранжа, а из такого розового цвета с белыми, такой, с белыми штучками. Лепим руки, получаются такие колбаски, толстоватые, и пальцы.
У него на картинке вроде 4 пальца. Так, ну что, теперь будем делать волосы. Оранжевый нам больше не понадобится. Я его даже пока в пакетик уберу. Так, розовый, розовый. Ну, розовый у меня совсем мало. Вот, в принципе, должно хватить. У меня еще там немножко есть. Лепим вот такую полосочку, и из нее сейчас будем разделять. Так. По 3 на каждой стороне. Так. Сегодня мы, скорее всего, пораньше закончим. Я, наверное, не буду делать вот это, но хотя сделаю. Значит, теперь на эти волосы делаем белую такую штучку, вводим немножко и делаем полосочки.
Так, аккуратно. Прикрепляем к этим волосам белую колбаску маленькую, тоненькую. И потом надрез делаем вот этой полоской, чтобы получились вот такие вот волосы, видите? Сегодня мы, наверное, пораньше закончим. Если я это еще не говорил, то вот говорю. Если говорил, то... Иван, это если что, в Киеве, я делаю, хочу показать, и если что, ну, там то, что с той картинки не совсем видно, но аксолотля, я видела его вживую, можно сказать, голова совмещена с туловищем, и он как бы такой длинный сам, то есть он, у него, можно сказать, такого, вот. Ну, я чуть-чуть по-другому сделала, вот, я хочу показать. Хорошо, покажи. Я тоже потом покажу. Хорошо. Молодец, Лукия. А теперь я. Вот мой аксолотль. Молодец. И решил сделать его по-своему. Хорошо. Так. Ну и у меня, в принципе, аксолотль уже готов. Вот.
Вот такой вот аксолотль. Как ему сделать подставку, я не знаю, если вдруг кто-то, у кого-то есть такой вопрос, потому что у него получается вот этот хвост выпирает. И тогда надо сделать очень толстую подставку, какую-нибудь вот такую вот по толщине, и сделать отверстие тогда для хвоста, чтобы он вот сюда утопился. Но тогда его не будет видно, потому что прозрачного пластилина еще не изобрели. Я не знаю, может, он через 50 лет будет какой-нибудь прозрачный пластилин, что можно было бы прикрепить, и чтобы просвечивал хвост. Но пока такого нет. Вот, что, еще что-нибудь слепим? Или все, заканчиваем? Что, еще что-нибудь слепим или все? Ну, говорите свои идеи. Луки, а ты как думаешь? Чего все молчите-то? Артем, ты? Что? Как думаете? Все заканчиваем или еще что-то слепим? Потому что аксолотль уже готов. Ну да, аксолотль был какой-то простенький. Может, можно что-то побыстрее, еще какой-нибудь миниатюр сделать для него. Например, шапочку. Или же ему для хвостика какой-нибудь бантик, не знаю. Аксессуар, так сказать. На выбор. Давайте слепим еще одну рыбку. Ну, тоже хорошая идея. Тогда давайте слепим, не знаю, наутилуса, помпилуса, например. Просто я уже не знаю, чего придумывать в анонсе, и я решил сделать подарок сестре. А сестре нравится аксолотль и наутилус помпилус. И я решил сразу сначала слепить аксолотль, а теперь думаю, ну раз у нас время еще есть, давайте и наутилуса тогда к тому же слепим. Давайте. Сейчас покажу его фото. Велина, говори. А может, подставка это будет море? Отставка море. Ну, это хорошая идея, но тогда надо будет сделать ее толстой, чтобы на хвост потом не упирался вот так. И сделать тогда надо еще разрез. Но хвоста тогда все равно будет не видно, будет только тело. Но это идея. Можно либо хвост вообще убрать и вот так поставить, либо можно еще сделать не подставку, а просто вот так вот его загнуть, опереть, допустим, ручки там назад, или там просто его на что-то опереть, и все, чтобы он сидел вот так. Ну, хочешь, сделай море. Хорошо. Так, это хорошая идея. Сейчас вот она покажу. Я его в чат не пришлю. Сейчас.
Да, Артем, говори. Вот у меня даже карточка с мемом есть. Вот. Ясно. А знаете, в чем минус пластилина? В чем? В том, что если ты делаешь какие-то миниатюрные добавки, то, ну, добавление там, что-то маленькое, там, где нужна кропотливая работа, то он очень быстро плавится. И из-за Плавится? этого он Да, ну, у меня он быстро плавится. Потому что у меня иногда руки Печи потеют. плавишь или что? Нет, ну у меня в руках он размягчается еще А. сильнее, из-за чего он к рукам прилипает, и А, так сложно что-нибудь делать. ну, к рукам он не прилипает, только воздушный, и то не все виды. Ну да. Ну, может быть, некоторые пластилины не воздушные, но у меня он не липнет к рукам, у меня он просто становится мягче, если его разминать, так это хорошо, мягче, лепить удобнее. Мне удобнее, когда пластилин довольно такой, ну, твердоватый. Вы можете в телефоне сами набрать фотку, он очень скомпинулся и смотреть, потому что я в чат не умею отсылать. А в ШСН тоже, там, по-моему, нельзя фотки отсылать. Может, можно, не знаю. Да плюс вы, может, не состоите в чате. Так, мне, значит, нужно для него что? Белый пластилин, такой оранжевый пластилин, красноватый пластилин. Ну и стойки. Так, ну, сейчас я возьму белый пластилин, красный пластилин, оранжевый пластилин. Так, оранжевый у меня как раз остался, вот как раз с остатком бери. Так, вот оранжевый. Вот. Начнем с белого. А вам какая рыба больше всего нравится? Окей, тебе, например. Ну, мне нравятся дельфины. Вадим, тебе. Если, да, правильно? У тебя же вроде так написано, да? Просто я в английском. Эвелина, тебе какая нравится? Золотая. Золотая? Так. Тебе, Артём? Что я не услышал? Тебе какая рыба больше всего нравится? А, ну, мне больше всего нравится, ну, не знаю, аксолотль и рыба-клоун. Бахом, ну да. Эрика, тебе. Эрика, какая тебе рыба больше всего нравится? Не знаю. А тебе, Вадим? А мне нравится кит или акула.
А касатки? Да, тоже нравится. А скаты? Да, тоже. Вот мне тоже нравится скаты. Ну, касатки больше. Что за рыбок? У нас сегодня... Так, ну давайте лепить круг. Мам, мне Я надо лепить круг. А? Из белого пластилина круг, и теперь вырезаем кусочек. Хорошо получается. Как сейчас покажу. Вот. Так, теперь в середину. Нет, теперь еще из белого делаем такой, как треугольничек. И прикрепляем его вот сюда. Сейчас. Вот так. Иван, а я уже слепила рыбу. Утинуса помпинуса? Да? Это на утинус помпинус? Молодец. Это просто рыбка, вот. Ладно, пока. Пока. Так, и теперь еще делаем вот такую вот кружку, не знаю, ну, называется, как можно назвать эту часть, и вставляем ее под треугольничек, вот так. Ребята, я говорил, что мы сегодня закончим пораньше, так я, похоже, ошибаюсь. Раз мы слепили еще липом на Утинуса помпинуса, то, по-моему, нет. Я точно не знаю. Оранжевый круг пришел в центр. И потом еще можно беленькое добавить что-то. И еще красненький там маленький. Так, вот так вот. И теперь оранжевые полоски начинаются, продолжаются красными. Вот так вот. По всему научимся помпинуса. И треугольничек в клеточку сейчас заполним. Сначала давайте сделаем оранжевые полоски. Значит, мы должны раскатать очень длинную колбасу. И потом ее распределить.
Ребят, похоже, я ошибся. Она, по-моему, начинается красной, а заканчивается оранжевым, да. А если из красного берем, то они тоже. Надо поторапливаться, а то скоро уже не успеем. Так, теперь сейчас будем продолжать оранжевыми, потому что я уже все полностью рисую. Вы тоже? Ну как расклеим, точнее разлепим. Наверное, правильно, я никак не знаю. Так, ну вот, мы слепили и научился помпинуса. Ну ладно. Давай, вы тоже слепили уже, да? Или еще нет? У меня тут почему-то компьютер не вылезли. Не понимаю, почему я вроде ничего не нажимал. Ну что, вы слепили? Нет еще. Если нет, то я вас подожду. Если да, то можем заканчивать. Скажите, как следите, только давайте поторапливайтесь, потому что уже остается 10 минут, и уже потом будет Майнкрафт. Да. Мы можем закончить, и я, в принципе, вас еще подожду. Сегодня мы слепили вот такого Наутилуса Помпилиуса и Аксолотля. Спасибо, что пришли ко мне на мастер-класс. До свидания. А теперь запись можно выключить и...